приветствую на своем канале. Ну и вот такой у меня сегодня фронт работы. Стала моя монстера отсушивать мне листы. Как бы вообще эта проблема началась у меня еще до Нового года. Вот. Поэтому я ее положила так вот, да, накрутила, что-то срезала, укоренила. Вот. Но она продолжает не сушить. Мне кажется, что у меня какая-то проблема с корнями. Потому что, ну, просто так она не будет, да, сушить листы. И надо, в общем, посмотреть, что там происходит. И вообще, что с ней сделать. И вообще, наросли ли у меня корни. И вообще, чего-чего-то решить с ней. Потому что смотреть, как она у меня погибает, мне это, честно говоря, надоело. Вот. Мне жалко ее потерять. Я вообще хочу, так сказать, разобраться все-таки, что здесь не так. Так, ну посмотрим. Так, ну, вообще-то корни достаточно неплохие. Единственное, что вот тут вот, она мне так корень-то и не дала. И вот это все держится вот на таком вот, как бы вот на такой вот палочке, да, вот такая тоненькая, а здесь уже вон какая, вот уже тут так, чего у нас тут? Нет, тут тоже, кстати, корни не пошли. Нет, нету их. Знаете, что я думаю? Что я думаю? Вот это вообще, видите, загнило. Все это мне не нравится. Я вот думаю, может, мне проэкспериментировать. Вообще, такое что-то у меня вроде такие корни были большие. Куда-то они все делись. Почему я такой горшок-то сажала? Странно. Ну ладно. Так. Ну, выбрасывать корни, да, и вот эту палку мне вроде как жалко. Здесь вроде как бы ничего не гниет. Я вот, знаете, что думаю? Вот смотрите, здесь почка есть. Вот тут вот почечка есть. Я сейчас, наверное, просто вот так резану. И вот это укореню, посажу просто отдельно. Пойдет расти? Пойдет. Не пойдет, значит, не пойдет. Вот почечка пошла, кстати. Так что все, в принципе, не очень плохо. А вот этот, наверное, я просто вот и почеренкую его. Ну вот сейчас мы, наверное, с этим и разберемся с этим делом. Так, сейчас я вот это все немножко приберу и продолжим. Так, ну вот я немножко землю сгребла, потому что я посмотрела, корневой гнили у меня тут нету, и я буду использовать дальше этот грунт. Я не буду ничего менять. По крайней мере, именно вот для этих корней я не буду ничего менять. Вот. Я посажу вот в этот литровый горшочек. Мне кажется, это будет нормально. Хотя, знаете, с одной стороны, наверное, надо... Да нет, нормально. Так, что я хочу сделать? Так как вот есть тут почечка. Вот тут... Вообще, конечно, вот эта тоненькая палочка меня напрягает. Так, ну ладно, в общем, тогда я сделаю вот так. Я все-таки чикну вот отсюда. Ну, вот так. Так. Даже самой уже интересно, что получится. Любитель экспериментов. Да, я думаю, что все нормально будет, что она прекрасно
приживется, разрастется. Так, что мы делаем вот с этим сокровищем? Так, мне жалко листики удалять, если честно сказать. Так, ну, во-первых, я отрежу вот это. Вот, потому что вот этот вот здесь кончик, он загнил, потому что, видимо, я не дала ему посохнуть, резанула и в землю воткнула. Ну, наверное, я сделаю так. Я резану вот тут, и у меня получится два череночка. Вот тут. Так. Вот таким образом я сделаю. Сейчас я сначала их сполосну от земли. Так, ну вот я сполоснула от земли. Положу, чтобы у меня не испачкалось еще раз землей, да? И вот так вот я все это дело сейчас капну перекисью. Так. Так. И вот так. Вот что значит торопыгость. Отрезала, резанула, в землю воткнула. Мне кажется, я даже перекисью тогда не обработала. Спешка, видите? Вот. Ну и поставлю я вот это вот укореняться. Все-таки здесь уже стволики толстенькие. Видите, вот это приходило мне вот на таких тонюхоньких стволиках. Вот. И, конечно, наверное, оно уже просто, ну, не питает путем вот это вот, вот эту лианку. Уже как бы она, да, такая достаточно большая, и листики большие, а стволик был, конечно, вообще ни о чем. Вот. Так что вот это я поставлю на укоренение в водичку. Я вот скоро буду сажать. А это я сейчас посажу вот в это ведерко. Я думаю, что у меня вскоре будет кустик. Там у меня уже веточка одна укоренилась. Могу показать вам ее сейчас. Так, вот она. Угу. Это была верхушечка. Она уже дала корешочек. Я ее посадила. Уже у меня пошел ростик. Поэтому я хочу потом в дальнейшем их все вместе посадить, чтобы у меня росли они красивым пышным кустиком, а не просто вот в длину одна веточка, как у меня лезла. Вот. Дырки, конечно, эти мне так они нравятся. Вообще классно, да? Супер. Ну, вот такой вот у нас, так сказать, объем работы. Скоро будет пышный куст. Я прям в это верю. Так, значит, это у нас будет на укоренение. А это сейчас я попробую посадить. Так. Я так посмотрела. В принципе, корни хорошие. Может быть, еще какая-то отсюда, какой-то ростик отсюда пойдет. Почему бы и нет? Зачем выбрасывать хорошие здоровые корни? Тем более, что рост есть. Ой, я оторвала. Что? Что у меня за руки? А ну что? Так. Ну, все, поливать не буду, потому что грунт достаточно влажненький. Ну вот, подождем. Я вот думаю, может вообще вот так воткнуть. Или может какую-то палочку сюда, да, поставить,
чтобы она кверху пошла. Ну, в общем, сейчас подумаю, чего с ней сделать. Будем ждать, когда у меня те отросточки дадут корешочки. И тоже их посадим. Будет у меня красивый пышный кустик. Излишек я никаких не хочу. Вот, хочу себе иметь красивое растение. Вот. Ну, спасибо, кто со мной был. Такое вот небольшое видео. Поработали чуть-чуть с моей монстеркой. С ней уже пора было поработать. Она давно этого ждала. Но, наконец-то, у меня до нее добрались руки. Всем спасибо, кто со мной. Всем до новых встреч. И всем пока-пока. Yeah.